Приветствую вас. Ну, во-первых, наверное, хочется согласиться с коллегой, которая вам ответила уже, что действительно это, скорее всего, следствие таких определенных ваших желаний, следствие определенных таких ваших потребностей, вот, следствие определенной вашей же неудовлетворенности, неудовлетворенности в себе, неудовлетворенности в том, что вы делаете, неудовлетворенности собой. Вот, и, соответственно, да, нахлынуло это именно в контексте ваших желаний. Безусловно, это так. Вот. Но другой вопрос, заключается в том, что с вами произошло. Почему вы вот именно так восприняли? Почему у вас появилось это чувство? Какие желания к этому привели? Какое у вас душевное, например, состояние здесь и сейчас, вот на, ну, вот на данный момент? Что, вы, что у вас вообще в жизни происходит? Вот. Мне кажется, это важно, потому что именно благодаря вот подобным вещам в вашей жизни появилось такое вот желание. То есть, да, совершенно очевидно, что человека как такового вы не любите, вот, человека как такового именно человека вы не любите, а тут больше, скорее, именно какая-то потребность, что вы хотите его увидеть, именно хотите увидеть его, не делать для него что-то хорошее, не делать ему что-то хорошее, а именно его увидеть. И в этом плохого, в принципе, ничего нет. Именно плохого в этом нет ничего. Но важно все-таки понимать, что вами движет. Важно понимать, чего вы хотите. И разобраться в себе и в своих чувствах, это очень важно. Такая история, это очень важный такой момент, ну, собственно, на который имеет смысл обратить самое вот, пристальное, скажем так, внимание, да, вот, потому что это важно. Потому что это важно, потому что это вот то, что происходит прямо вот здесь и сейчас с вами. Вот, такая вот, в принципе, штука, такой, в принципе, можно дать вам ответ. То есть, вот, понимаете, вы пытаетесь понять то, что происходит с вами, вот именно пытаетесь это понять. А правда в том, что понимать как раз-таки не надо. Вот именно пытаться понять не надо. А пытаться понимать это не стоит. А это нужно прочувствовать. Наталья. То есть это то, что идет от ваших чувств. То, что идет от ваших желаний, то, что идет от ваших, вот, ну, потребностей. И понимание, оно как бы дает только рационализацию. Понимание, оно только рационализирует то, что с вами происходит, но не дает, по сути, никаких ответов. Вот, и в итоге вы топчетесь на месте, на самом деле.
Да, это потребность в любви. Да, это потребность во внимании. Да, это, возможно, некая незавершенность вот этих отношений, которые были у вас, я так понимаю, что 10 лет назад. То есть не все отношения серьезные, да, ну я имею в виду серьезные для человека. А вот вы пишете, что вы сильно любили, значит для вас это было серьезно. Не все серьезные отношения, не все они, как сказать, не все они завершаются безболезненно для, ну вот, для каждого конкретно взятого человека, да, не все. Не все завершаются болезнью, к сожалению, и не все просто даже завершаются. То есть вот такая штука возможна. И, соответственно, да, нужно, на мой взгляд, нужно исследовать, возможно, нужно вам помочь как раз таки завершить, ну вот, завершить эти отношения, которые у вас завершить не получилось, вот, мне кажется, что в этом, вот, ну, в этом ключе, вот так вот мне кажется, такая вот история. На мой взгляд, это что-то можно ответить. Это какие-то ваши незавершенные желания, вот, которые, ну, собственно, вы пытаетесь сейчас реализовать. Вот. Вот такая вот примерно такая история. Примерно такой вот ответ можно вам дать. Исходя из того, что вы дали. Ну, исходя из того, что вы написали. Да, больше информации нет. То есть, как бы, это, конечно, очень мало, то, что я ответил. Я с этим даже спорить не буду, вы здесь абсолютно правы, что это действительно очень мало, вот, но пока можно ответить вам только так. То есть, это вот ключевой момент, что вы пытаетесь об этом думать. Думать об этом не нужно, именно думать об этом не нужно. Это нужно чувствовать. Вот поработал с чувствами, можно вам помочь будет. Вот так, я думаю, значит, можно ответить на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас, если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Вот, я желаю вам всего самого доброго и удачи!